В 2014 году аудитория кинотеатров практически не росла. Январь 2015-го поддержал эту тенденцию. Зато февраль оказался неожиданно успешным. Был побит рекорд по посещаемости кинотеатров россиянами. Число зрителей выросло на 18% и составило более 16,5 миллионов человек. Доходы кинотеатров увеличились на 26% и достигли 4,3 миллиардов рублей. В основном рост удалось достичь за счет показа иностранного кино. Тут аудитория выросла сразу на 54%. А вот число желающих посмотреть отечественные кинофильмы заметно снизилось.